лет, страшно сказать, в 2014 году. Конечно, 12 конференций и, на самом деле, 13 лет, которые они проходили, это немалый срок. Сложилось несколько традиций. Первая из них заключается в том, что в оргкомитете нашем состоят студенты и аспиранты, и большую часть работы делают они. А второй момент заключается в том, что наш главный жанр, это диалог. А у нас столько же времени на обсуждение, сколько на доклад. Нынешняя конференция возникла совершенно не случайно, а так же, как и предыдущая тема, вышла из нашего обсуждения, из нашего исследовательского диалога. Если представить себе, что искусство и литература, в частности, познает реальность, но и помимо этого она еще ее и конструирует, а еще и помимо этого она фактически дает нам возможность ее обнаружить, то есть раскрыть или хотя бы прикоснуться к ее тайне.